наш первый раунд начнется. Поддерживаем. Что мы молчим? Почему мы молчим? Что случилось? Давайте засвистим. Можно засвистеть. Спокойно. Можно закричать, говорю, эй, вот так сказать, да? Все нормально. Мы, конечно, культурное общество, но это допускается. Господа, техники, держите, если что, я могу держать еще ногой вдобавок. Эх, повержен один из бойцов Iron Dome. Слышу, Миша, давай. Еще очень интересная деталь и момент. Ох, улетел сапог. Да что ж такое, в одном носке. Не щадя просто ни носка своего, ни стопы. Все ради победы. Все, дорогие друзья, мне кажется, этот человек достоин аплодисментов. Доблестный рыцарь, сражающийся в одном носке. Боже мой, ну это же прекрасно и романтично. Но на самом-то деле он большой молодец. Любой доспех уже 14-15 века предназначен был для того, чтобы не просто сдерживать удары, которые наносятся по этому доспеху. Если рыцарь оказывался на земле и не мог встать, данный доспех должен был сдерживать... Конечно же, большое количество копыт, которые пройдутся по этому доспеху. В 15 веке уже, если мы берем кирасу, кирасы делались на специальных защелках. То есть, если по корпусу рыцаря реально наступил настоящий боевой конь, то кираса не сминалась под весом коня. Она максимально держала свою форму и максимально, конечно же, удерживала любого рыцаря от смерти. В 14 веке, если мы берем полные кирасы 14 века, также этот принцип был использован. В первую очередь, конечно же, доспехи 14 века, помимо вот такой пехотной функции, которую вы видите здесь, защищал любого рыцаря, тяжело вооруженного воина от таранного удара копьем. Представьте, что лошадь весит 600 килограмм. Ну, минимум 120 весит еще сам рыцарь. То есть удар копьем не просто неотвратим. Стойте, господа, стойте. Стойте же, дорогие друзья. Уникальная возможность собраться и вырвать победу. Потому что одна из самых опытнейших команд, помимо, конечно же, медвежат клуба Берн, это Iron Dome. Приехавший к нам из Святой Земли. Громче! Кто болеет за медвежат? Может, еще громче, я думаю, может, кто болеет за медвежат? Вот, молодцы! Ё-моё, остался, как я понимаю, один Кирилл у нас, и бой окончен.